Всем привет! Сегодня Диана опять мистер Профер и будет в этот раз убирать свои тетрадки, блокноты. Короче, все выкидывать. Ну, не все выкидывать, но все выкидывать. До конца школы осталась всего лишь одна неделя. Осталось написать буквально там 2-3 контрольных. И все. Просто уже все. И я сегодня решила все-таки повыкидывать все свои тетрадки и потом их на следующей неделе спалить. А как это будет на следующей неделе. Логично. Кстати, у нас будет такой прикольный последний звонок. Я как раз на последний звонок думаю, нужно испалить тетрадки. Точняк? Точняк. Все, буду палить на последний звонок тетрадки. У нас будет это проходить еще и в онлайн-режиме. То есть учителя там, наверное, такие все красивенькие, дома с подвисшим Wi-Fi. Вита! Юдиты! И так будут зависать. Но я надеюсь. Нам сказали выглядеть нормально, красиво. Я думаю, одеть одну пижаму или вторую пижаму? Праздничную нужно пижаму. Думаю, праздничную. Я тоже одену праздничную. Из бигуди. И с большим... Вместо букета? Да. Так, я решила разобрать все свои блокноты, так как у меня их не очень-то и много, кто-то скажет, но для меня это много. И пишу я буквально в одном-двух. У меня есть вот такой вот блокнотик, это дарил мой одноклассник на День Святого Валентина всем девочкам, что-то там. Ну и в итоге я ни разу не писала, потому что он для меня очень маленький. И мне было его жалко. А, ну тут, да, вот тут вырвано. Тут что-то, тут сердечки дорисованные, да, мама? Это я на родительском собрании, когда у нас тоже родительское собрание только что прошло, в онлайн-режиме. И я такая сидела с серьезным видом почти и обводила вот эти вот сердечки карандашиком. Где? И что думаешь? Вот сейчас. Ну, красиво я взяла, красиво. Великолепно. Вот видели, какая я? Да, я молодец. И что мне делать с этим блокнотом? Слушай, ну жалко, здесь еще сколько обводить и обводить. Давай оставим. Кому? Мне. Ну хорошо. Мне давай. Держи. Та-дам! У меня есть такой теперь миленький блокнотик. Так, дальше. Это у меня есть такой блокнотик разрисовка. Разукраска. А, с одной стороны пишешь, да? С другой разукрашиваешь. Какие-то каракули. Антистресс. У тебя стресса да, есть? Да, да, нет. Признавайтесь, у вас как есть видите, стресс? Зарисовано не очень много, поэтому у меня нету стресса. Тем более, начинаются летние каникулы. Какие вообще могут быть стрессы у человека? Это но просто исключено. Этот блокнотик я оставлю, потому что это единственная моя разукраска. Угу. Хорошо. Да. Это туда, да? То, что оставила, то туда. Хорошо. Это снова чистый блокнотик. Здесь я буквально немножко порисовала и... Все, поэтому оставляю. Тоже туда. Окей. Да. Еще один очередной. Еще один. Никита, ух ты, какая малышка новогодняя. Мне не нравятся эти блокноты, потому что с них что-то рисуешь, и потом просто вот так вот листочки выпадают. Ну, еще выбрасываю. Видишь, просто так. О, все, короче. Нет, я его оставлю, я его тоже буду палить. Ну, так ты то, что палить, то туда. О, этот блокнот я здесь рисовала, я повырывала половину страничек, где с хорошими рисунками. А ну покешу вот этих девочек, а ну скажите. Красивые девочки, некрасивые? Это какие-то они такие серьезные, все с сердечками. Это у меня был такой стиль, я рисовала своих подружек, типа. О, классно. Не знаю, кто это. Такая но... глазастенькая, симпатичненькая. Не дорисовала, это было в 6 классе. И тут дальше все пусто, и тоже такой блокнот, там, где все выпадает, вырывается. Там, где все выпадает, значит, полить, да? О, а это мой якобы личный дневник, где я записывала очень важные вещи. Я так думала, что это очень важно, и тут ничего разобрать просто невозможно. Но я думала, что я красиво оформляю. Да, очень. Я не буду заглядывать в твой личный дневник. Он тоже выпадает, я так поняла. Нет, это был не дневник. А, это было, понятно. Поэтому я не знаю, на самом деле, что с ним делать. Думаю, я все высыпала. Да ладно, серьезно? Да, это так неожиданно, Диана. У тебя же никогда такого не случается, правда? Никогда не случается. Ай ты. Ну, короче. Все. Для личный поломанный вот. Во, я к чему? Во-первых, он поломанный. Во-вторых, личные дневники должны закрываться на замок. Где твой замок? Я же могу открыть и почитать.
А я тут написала, якщо ти знайшов цей блокнот, будь ласка, не читай. А, ясно. Я думала, это остановит всех. Да. По барабану. Не, на самом деле, да, это некрасиво, заглядывать чужие вещи, личные. О, я сюда водичку налила. А, ну это такой блокнот, я уже рассказывала, что да. Это очень полезная штука для школы, потому что оно поделено на отсеки и очень прикольно. Оставляем, да? Да, думаю, оставляем. Тут половина еще пустого, вот это типа контрольная. Ой, я все поломала. Ну, тут еще есть листочки, тут еще есть всякие прикольные рисуночки. Это все некрасиво, вот. Ух ты, класс. Это так художественно. Просто угу. Не... Это на уроке биологии происходило? Нет. Где? Это происходило на уроке математики. Угу. Неожиданно. О! Это блокнот, куда я переместила все свои нормальные рисунки. Угу. Но с самого начала я тут вела типа школа, я ответственная. Как бы. А, ну это ты в школу выносила, делала какие-то типа записи, да? Да. У Дианы же дневника нет обычного как такового, есть только электронный. Ну тут дальше я рисовала. О. Ой, какая мышка Миля. Ага, 2020 год начал. Это мне подружка рисовала. Это авокадо, да? Да, это я, да. Ух ты, да тут все серьезно. Это просто, да. Угу. Это Инна рисовала очень красивые наушники. Это я рисовала. Кролика с морковкой. А это просто непонятно просто что. Просто мороженка, да? О, смотри, смотри. О, ну это блокнот, пафс, слушай, пафс. Он прям какой-то легендарный. Я думаю, вы... Опа! Класс! Да. Это ты? Нет, это просто какая-то девочка. Она должна была выглядеть вообще не так. А получилось так, и смотрите, какой у нее серьезный взгляд. Это пафос, видишь, я тут написала страничка пафоса и... А, здесь и губка Боб, ну очень пафосный. Правда? Просто вообще, она, кстати, смотрит на тебя пафосным взглядом. Вот видишь, она такая на тебя косится. А еще вот. Вон это ангелочек, это уже типа ангел, да? А, тут тогда даже не написано. Типа ангел. Типа ангел. Вот. Тут еще такая девочка, я ей срисовывала своего якобы дневника. На нее вентилятор дует, да, походу? Да. Она должна была быть пухленькая. Получилось? Хуенькая. Худенькая. И... Не, ну это оставляем, ты что, я не разрешаю такое выбрасывать. Я специально сюда повклеивала все. Пускай будет у меня. О, это мой блокнот Merry Christmas. Merry Christmas, ну это тоже такие рисуночки. Это в этом блокноте какашечка? Это мощно, да. Это в этом блокноте где-то какашечка, тут всякие пушиные. Я тут так и не дорисовала. Ну да, ой, это красиво. Да. Это девочка, это мила. Ух ты, какой класс! Ну тут еще можно же рисовать, странички есть? Нет, это тоже оставляем. Тут красиво все понарисовано. Во, сколько милашек. Да, оставляй. Тут еще много. Оставляй. Я потом этот блокнот сохраню, и когда буду старенькой бабушкой, буду своим внучатам показывать, как... Их мамочка рисовала на уроках. О, вот это я выкидываю. Да, ну это что-то с чем-то непонятное. Это что-то важное. Это что-то серьезное. Это какие-то слова. Это вы сценку готовили. А мы и так и не выставили. Начался карантин. Да, это у вас к 1 апреля, да, должна была быть? О, смотри. Что здесь? Мощный мишка. Смотрите, какой отжигает, да? Да, это я с тетрадки перерисовала. Тут всякий перевод, на-на. А, тут это красиво. На-на. На-на. Короче, на-на. Рабочий блокнот. Но он закончился. Он уже, да, весь такой списан. И тут куча всякого заполненного. И... Ну, а, нет, он не списан. Ну, там чуть-чуть. Ну, я совсем. В нем писать не буду уже определенно. Да. Хорошо. Поэтому благополучно он идет вот сюда. Ой, это даже можно не спрашивать. Это у меня, в общем, я типа вела... Красиво, да, начало многообещающее. Это была Лида. Это я типа вела, что я должна делать, да. Ежедневно. Ща-ща-ща. Это был 5 класс вроде бы. Встать, поесть. Заняться чем хочешь, пообедать, заняться чем хочешь. Повечерять. Заняться чем хочешь, лечь спать.
Отлично. Это мне, мои планы на лето. Мне последний пункт понравился. Понравился пункт «Ты заняться чем хочешь». Я все выполнила. Молодец. Посмотри. Типа пейзаж. Оу, типа что-то серьезное. Ну, здесь... Ой, это present, этот. Present. Очень серьезная, важная тема. О, это типа красиво. Это типа ДЗ, да? Это типа чуть-чуть ДЗ на один день. Ну, он такой уже, в общем, Диан. Может, даже на него времени тратить. Ну, тут много вот еще стрейнджеров по барабану. Я люблю природу, конечно, но... Ну, ты уже ним пользоваться не будешь. Смысл ему лежать? Да. Так, это по-любому я еще оставляю, потому что здесь английский, и пускай лучше он остается английским в английском. Ну да, здесь у тебя правила, да? Да. И здесь еще очень много листиков. Он хоть и сделал вот так. Ну, это мелочи. Да, мне без разницы. Из блокнота всех, которые тут была гора, я оставляю вот. Больше половины. Так что... Ну, ты... не очень больше половины, потому что вот еще лежит тут куча. Ну как? Короче, 1-1 почти. Почти 1-1. Дальше. Так, тетрадки. Геометрия. Это геометрия, IT и тут. Угу. А это вообще химия. Ясно. И что делать и будешь? И пусто. Ого, может, пока оставишь для каких-то нотаток? А на родительском собрании говорили, что тебя еще будут спрашивать устно или тупо алгебре. Меня будут по всему спрашивать, но это IT, там, где я ничего не пишу, и тем более я ничего нигде не пишу. А, ясно. Ты все запоминаешь? Да. Ясно. У тебя феноменальный ум. Это пусто. Оставь! Лиля порисует. Давай сюда. Лилю. Но физика... я не знаю, что с ним делать. Но пока еще пускай побудет. У тебя же еще будут уроки физики. Еще будет, пусть да. Будет, и вообще держишь какие-то формулы, или у тебя все оно... У меня есть... В электронном виде, да? Есть, да. Это что? Пустая тетрадка. Пустая тетрадка. Ну, пустая тетрадка пусть будет. Пусть будет. Хорошо. Он такой мощный лев. Угу. Это кто? Это история? Это зарубежка. У вас уже все, не будет больше зарубежки? Угу. Наверное, тем более я там уже ничего не пишу. Это география. Я географию оставлю, потому что это получается вообще... Какой класс? Какой-то там класс, вроде бы, или шестой, или... Это шестой, да, я точно знаю, это шестой. А тут уже, вот, я тоже седьмой. И на восьмой будет у тебя, да, эта тетрадка? Да я восьмой буду все писать в онлайне, конечно. Не, ну можешь это и в тетрадке. Мне просто ее жалко выкидывать, потому что она якобы красивая. Не, ну выкидывай. Здесь много же всякой разной информации, видишь? Ты красивенько оформляла. Надо будет обложечку поменять. Кстати, для нее есть у нас целая пачка, смотри, нетронутых обложек. И можно я будет думала, ее потом завернуть. Я думала, что я буду все в обложках носить, а что-то пошло не так. Но это я потом буду делать. Да, да. Это тигр. История. Что у вас с историей? Уже закончилось? А нет, это я только что выкинула, как раз история, а вот это вот зарубежка. А историю можно вернуть? Так я сдала. Сдала уже? А, хорошо. Я, конечно, там с историей вроде бы прикольно оформляла, но... Вот. Сейчас. Это последнее, что я писала, это было другая квитня. Это было давно, в начале карантина. Да? Это была моя последняя запись вообще. О, это... А, это еще одна геометрия IT. Ну, понятно. Что здесь их так много? Это литература. Угу. Ну, да. Ясно. Ух ты, это важный предмет очень. Важный, смотри. Важный. Наклеечки. Это геометрия. Опять геометрия? Сколько у вас геометрии? Три геометрии. Вон, здесь какие, смотри, серьезные кола. Еще, может, они тебе понадобятся? Как думаешь? Ты зависла. Я думаю, что можно это просто пересканировать на компьютер и готово. Ну, хорошо, пока не выбрасывай. Чистый листочек. Ой-ой. Что это с ней? А, это ты здесь подглядываешь, да? Я поняла. Ну, это еще надо, у меня завтра контрольная. Угу. Вот греха подальше.
Это было для лабораторных с физики, да? Да. По физике. Это что? Химия. Химия. У вас еще контрольная, так что оставляем, оставляем. Это ничего не пишу. О, украинский точно до побачення. А уже все написали? Да. Вчера я, между прочим, как дала на 11 контрольную годовую. Вот это ты прорвало, это прорвало. Прекрасный диктант. Угу, молодец. То есть вы писали вот так в онлайне диктант, да? О, так а я потом... вырежу, это надо. А потом ты как, фотографировала и отправляла учителю, да? Да. Это вот эта дата, обставы на узначение. Я до сих пор за 2 года не выучила. Поэтому... Ну давай, вырежи, сохрани. И я тебя завтра утром разбужу и спрошу. Сейчас. Я вырезала. Ну это я буду прям завтра полить. Ой, ну как завтра, ну тогда когда. Короче, это по-любому на выходных я сразу же полить. Чего? Закон Паскаля. Это формула. Это съемки были. А, мы иногда, знаете, еще храним тетрадочки для съемок скетчей для канала Daily Play. Поэтому это я отжала. О, это тоже. Ух ты, такой миленький. И ты не пользовалась совсем. Как ты могла? Что это? Это... Опять? А, это алгебра. Это алгебра. Я узнала алгебру, представляете? Алгебру учитель сказала, что будет вас спрашивать. Оставлять. Она будет и геометрию спрашивать, а у меня там ничего не записано. Типа. Ну все, оставляй. Ну пускай будет, ладно. Биология. Это биология. Наука про життя. Про жизнь. Я смотрю, ты вообще так аккуратно пользуешься всем. Ты такая миленькая. Такое все. Я тоже так думаю. Как на выставку. А это вообще что-то даже не подписанное. Это история, между прочим. Вот, смотри. Вот. О, история красивенько сделала. Жалко такое выбрасывать. Да, это я оставлю. Это тоже с 6 по 7 класс. Биология. Это рабочая тетрадка ваша, да? Итак, мы здесь писали последний раз первой четвери. Четвери, да? Серьезно? Вот. Ну это оставим, может быть, мы для каких-то скетчей оставим. Та-дам! Вот это твои труды, да? А у вас и не было на онлайн-обучении трудового? Не было, да я вообще не люблю труды. Это что-то там, это в 5 классе, еще это в 5 классе. Это вы вязали даже, да? Да. О, рубашечка. Галстук учились привязывать. Рецептики, нет, да? Это просто типа Вы делали открытка, вот. А, куриные типа кексы, тут... я смотрю, у тебя там дальше рецепт. О, да, там есть. А что ты не готовишь куриные кексы? Я тоже уже хочу куриных кексов. Ну, я могу отсюда достать вот эти вот все... Рецепты. Не, давай эту тетрадочку оставим, такая миленькая. Не такое. Чего? Мне ее жалко. Здесь очень важная, ценная информация. Давай оставим. Тебе надо что такое? Подсорки? Да, я люблю подсорки. Что это такое? Ух ты, смотри, как красивенько. Это что? Кофты, разновидности кофт, разновидности вон штанов, все красиво. Не, скажите, и такую тетрадочку что? Нельзя выбрасывать. Ну как хочешь. Все. А это одевир. А, подожди, это все правильно, вот. А что, я бы не удивилась, Диана. А я клеила, смотрите, вот. А где оно было вообще? С какого места ты его достала? Откуда вы и думаете? Не тут такая же, в принципе, ситуация, как бы. Я аккуратная. Я вижу. Но это мне еще надо, мы еще там что-то позначаем, что-то. Угу. Английский. Английский мне еще надо, я пишу завтра. Опять. Еще будете спикать, да? Еще надо спикать. Да. Не, ну эти книжки я не разрешаю выбрасывать, если что, они останутся для съемок. Скетчей каких-то. Конечно, меня от них тошнить. О, эту папку мама просто всей душой ненавидит. Вот, ну вы посмотрите, она точно была вот именно там. А пару раз там, потом ее еще втоптали куда-то, потом мы где-то на ней проехались, а потом я снова туда класс, засунули. Я просто в класс, когда заходила, я вот так закидывала.
И такое впечатление, что так потом еще делал каждый одноклассник по кругу. Вы посмотрите, ну вот как, вот как. Выбрасываем. А вот это английский грамматыка. Он снимается. Грамматыка. Грамматыка. Ой. Ну, я думаю, кстати, что вот эти вот карты, возможно, мне еще пригодятся, потому что наш учитель с историей, он странный, и он может задать в любой момент, когда мы сдаем что-то там. Поэтому я не знаю. Хотя он мне говорил, что мы будем такой доздавать. У меня тут благополучно заполнено... А где ты тут что-то сдавала? Здесь ничего нет. Заполнено ничего. Да. Вот это вот что с вот этим вот? Вот этим вот. Это атласы. Атлас составляния, может быть, будут работать еще у нас в скетчах. Ну, как хочешь. И это тоже. Можно химию выкинуть? Химия, может, тоже еще будет работать, слушай. Там верхушки нет. Как она будет работать? Так, а может, вам как зададут? Подожди, может, вам еще что-то зададут? Не зададут, мы завтра контрольную пишем. Так с ней... А, просто контрольную? Это что такое важный листик какой-то? Да вот. А, точно. Это тоже остается, да? Не хочу. История средних веков. Отлично. А это что за серьезная тетрадка? Физика. Физика. Физика, у вас еще сказали, будет контрольная. Еще, да, еще будет. Наверное, будет. Просто наш учитель сказал, что у нас контрольная будет 29-го. А у нас вообще-то последний звонок 29-го. Я что-то прикола не поняла. Подождите. Ну, короче, я не знаю, будет, не будет. Не будет, у нас 10 часов линейка в онлайне, да. Очень все серьезно. А у нас как раз химия 9:40, успеем еще. Да не, я думаю, уже не будет, кукухой поехали. Ладно, с этим понятно. Вот это я уже готова полить. Давай. А вот это все остальное я спалю под конец этого. А, так, что с вот этими вот делами? Это хорошие, да? Это лайнеры пишем. Дианы. Дианы. Это оставляем, оно еще хорошее, да? Да, это надо. Эти ручки тоже еще хорошие. Да. Так, я возьму, давай я как раз возьму тетрадку, которую я буду выкидывать, и прямо на ней буду так писать трехметровым почерком. Так, проверяем сначала бальзам. Пишет? Оставляем. Оставляем. А ну расскажи, тебя учитель, да, ругала за то, что ты губы красила? Я сижу, у меня губы посохли, я такая, типа намазала такая. Учитель мне сказал, Диана, с чем ты это делаешь? Ты же на уроке. Все, правильно. А ты забыла, что ты на уроке? У меня губы посохли, у меня когда губы посохли, я не могу. А зачем тебе корректор на онлайн-обучение? Расскажи мне, пожалуйста. Корректить? Корректить. Ctrl Correct. Ctrl Correct. Delete Correct. Correct Delete. Понятно. Давайте так, я напишу тут школа. Так. Будешь корректить? Итак, смотри, эта ручка пишет. Да, это оставляем. Она еще и дерется. Да. Эта ручка зеленый. Эта ручка пишет, я знаю. Она молодец. А это что было? Это у тебя экономия ручек? Что с ней? Это она отвалилась, и ты ее... Да. Заклеила? Термоклеем. Термоклеем? Ну, мы же ее выбросим, правда? Там у нас какие-то коты мякают. Ну, нам не очень надо. Это почти единственная ручка. Серьезно? Да. Ты дожилась, докатилась? Это моя любимая. Ладно, я ее выкину. Довольно? Довольно. Маркер! Молодец, маркер, видите? Почти. Или он такой же, не очень? Ну, вы мне новый купите. Ой, а теперь у нас хрюшка, видели? Вот, вот так у нас все выбрасывается. Кисточка. Очень важная вещь. Это Лилия отдать рисовать. Подожди, это моя была кисточка. Что она у тебя здесь делает? Я ее искала. Я вообще у Лилии ее... Да. Встала. Я ее себе забираю. Это теперь львы белые. Это собачья пилочка. Почему она у тебя здесь? Честно, I don't know. Крутяцкая линейка очень серьезная.
Ластики, ободрыши. Они не ободрыши. Они мощные, крутые, да? Они нормальные, они единственные. Хорошо, пусть будут. О! А, я вот про вот этот ободрыш хотела сказать. Это я резала. Ты ничего не понимаешь. Он остается? Да. Ну, циркуль зачетный, циркуль будет, пусть остается. Не умею. С ним еще могут твои правнуки отучиться. 100%. Мощный циркуль. Так, скотч. Нормальный. Смотри. Угу. Работает, да? Работает. Ну ладно, ободрыш выкинем. А что с ним не так? Он ободрыш. Какой-то сопли. Фу. Что-то в пеналах у тебя. Ну, пакеш. А, куда ты? Ой-ой-ой. Так. И этот маркер хороший, я знаю его. Он пишет. Он остается. Понятно. Лайнер. Не пишет. Без комментариев. Пишет? Смотри, фокус. Ух ты, фокус, действительно. Что это было? Звуки сошли. Это показалось. Ну. О, ручка! А ты говорила, что у тебя нет больше. Она треснула. Она треснувшая, точно. Ей надо говорить «до свидания». И когда вот так вот сильно давишь, то... Угу. Пока-пока, ручка. До побачення. Ой, этот маркер не пишет, как уже полгода. Такой еле-еле, да? Но а красивый был. Еще одна ручка. Она тут собрана с разных частей. И тоже ручек, треснутая, да. То кто-то слишком сильно давит. Это не я. Это все вот выбрасывается, да? Это вообще не пишет. Что она тебе там делает? Она не пишет. О, это ж Паркер, по-моему, не? Нет, это просто обычная ручка с АТБ. Она пишет. Вот, отлично, я тебя поздравляю, у тебя есть пишущие ручки. Будешь сидеть, нет, мой любимый карандашик. Мягенько пишет. Да, это нормально. Ты чё в меня бросаешь? Вообще? Он упал просто. А это фломик просто, да? Ну, фломик к фломикам. У нас, кстати, здесь есть такая стратегическая... Но мы вообще брали вот эту вот стратегическую штуку в отделе для цветов. Да, это такой лайфхак, смотрите. Это просто горшочек для цветов, но выглядит такой крайне дизайнерский. Мне нравится. Мы когда-то заведем какой-то другой и... Потом это я тут позажу какое-то растение. Угу. Растение, да. Так, это ручка пушистый рай. Ну, пишет? Не пишет. Не пишет, не пушистый рай. Стирает? Ну, просто стирай. Ручка просто стирай осталась. Оу, дай Лили кисточку эту. Она не рабочая. Как это кисточка? Она вклеивала. Она засохшая. Угу. Так, а вот это карандаш, который мой, был мой любимый, но... А что у него здесь дырка? А тут была такая виселька. А, это красавчик такой. Но, к сожалению, во-первых, тут отпал бриллиант, а он поломался в середине, я не могу его наточить. Угу. Короче, уходит, красивый, но такое. Это не пишет. Но это бабушка тебе дарила эту ручку. Меня подбесили, что она делает это. Это ручка-погремушка. Я просто поломала тут такая штучка, и там был шарик, и я, в общем, его поломала, и он остался там, теперь звонит. Но она же пишет. Да, а по-моему, пишет. Вот так вот вниз ручки хранить нельзя. Я когда-то так хранила вниз, и чернила туда потом вытекают. Нужно вот так вот. Через шарик вытекает чернила. О, стругачка. Стругалка. Стругалка, нет, подожди, точилка, как... затир... А, как? Стружилка. Стружилка, точилка. Точилка. Затрачилка. Стирачка. Понятно, да? Марачка. Так, в общем, тут больше у меня ничего нет, кроме мусора. Но этот пенал остается, он клевый. Он столько всего пережил. Да, он молодец. Еще какой-то у тебя там был пенал. А, да. Вот еще один. Тут какая-то баба. Тут что-то летает. Она поломанная. О! О, моя вторая пишущая ручка, которую я она тоже склеена термоклеем. Да? Но она более нормально склеена. Мой двусторонний скотч, это нужно. О, маркер. Пиши.
Пишет. Этот остается, да? Ты будешь с нами, ты остаешься. Ой, это точно пишет, я знаю. Пишет. Вот эти маркеры защитные, они такие долгоиграющие. Да. О, ручка. Это тебе кто-то подарил, по-моему? Я О, она не пишет. Ее можно расписать. Так. О, да, пишет. Уже пишет. Отлично. На самого начала равно написал. Я поставлю вот так. О, у меня тут еще вот маркеры. Но они вроде бы пишущие, если они у меня в пенале. Это значит, фломастеры они... просто, да? Они все пишущие, да. Ну, туда, к фломастерам. Фломастеры к фломастерам. Это обычный карандашик, он тоже пишет. Ну как, обычно он восковой. Да, он полностью восковой. Прикольный такой. Он будет мой. Он будет всех. О, эта ручка за 2 гривны. Очень дешевая, да. Ну, пишет, видишь? Напишет. Ты ее там и забудешь. Да, я ее там и оставлю. Это теперь ее дом. А золотая ручка, которая не пишет. Не пишет. Сюда, в кучку. Ой, почему я эти маркеры положила в кучку? А карандаш, которым я не пишу, и он вообще мне не нравится. Еще он делает вот так вот. Угу. Да. Это просто обычный карандаш. Пускай лежит. Карандашам. Карандашам. Ну и получается все. Да, линейки все у тебя хорошие, да? Вот это. Да, да. Вот этот треугольничек. Еще вот. Вот такая вот есть. А, смотри, корректор. О, а корректор корректирует? Ща. Он же засох, мне кажется. Я не пользовалась очень долго, но я знаю его тактику, на него нужно было надавить, и он начал писать. Ну все, мне кажется, он засох. Ты долго не корректировала. Карантин я его... Я корректировала вот этим. Ага, карантин его погубил, да? А, подождите, а почему у меня ушная палочка лежала? Ладно. Просто без комментариев. Ну, в общем, на этом все. Я разгребла все, сделала еще больше срач. Да, я вижу, как ты разгребла. Вот это вот я буду полить на этих выходных. Это полить, а вот то выбрасывать. Вот то выбрасывать, вот это я занычу, а там кое-что еще что пригодится. Все, поубирали. Мы такие молодцы с тобой. Собачкина пилочка будет вот здесь. Но она там благополучно потеряется. Не, ну мы на самом деле все это потом разгребем, и будет красота. Видите, как я замаскировала слово «школа»? Вот так вот. Угу. Это как переводится «школа шизанутая», «колония». Девяти кругов ада. Ой-ой, слушай, я даже так не переводила никогда. Это все ТикТок. А, это все ТикТок. Понятно-понятно. А, друзья, пишите в комментариях, у кого когда заканчивается учебный год. Я знаю, что у многих уже позаканчивалось. Да, кстати, многие пишут, что позаканчивалось. У нас вообще такого даже не слышно и не видно. В общем, пишите, когда у вас закончился учебный год и когда закончится. И всем, конечно же, хороших оценочек. И хорошего начала каникул, да? Я уже хочу каникулы, капец. И пока-пока. Пока-пока. Это я сказала пока-пока.